Я от всей души поздравляю нашего драгоценного юбиляра. Мы с ним знакомы, конечно, не столько лет, как предыдущий оратор. Но, тем не менее, это знакомство добавило в мою жизнь некую такую перчинку замечательную. Это очень, для меня это очень приятное знакомство. И поэтому, Рудольф, я с удовольствием сейчас вспомню ту песню, которая тебе очень понравилась. Я ее вообще, в принципе, она никому не посвящена была, а с этого дня она будет посвящена тебе. Да? Она ждала просто посвящения. Горечью жизнь овеяна, как ее не сласти. И только стакан портвейна мог бы меня спасти. Негу тиши березовой я за него отдам. Вот говорят, что в Порто в ихнем иной кураж. Мне же это все по борту, я уважаю наш. Радостно мне, поверьте, видеть во сне порой сладкий мой 33-й, 72-й. Признаемся откровенно, нам никуда без дам, и только стакан портвейна тут помогает нам. С дамой, на кой мне виски, возьмем-ка на вечерок массандровский белый крымский. Пятерка за пузырек. Как же не улыбаться-то, лишь натолкнется глаз. В пятницу на 13-й, в августе на Кавказ, вместо ерша с отверткой рекомендую всем славный 3 семерки. 7 Макар просек, следом карга с косою, но пока не срок. Мы так же благоговейно, так умели тогда, накатим стакан портвейна. И беды не беда. Овеяна, как ее не сласти, и только стакан портвейна мог бы меня спасти. Негу тиши березовой я за него отдам, и за молдавский розовый, и за пардон. Нагдам.
Mm-hmm.